Так, ребят, я вернулся, но Тейлс молодец. Тейлс молодец, что тут говорить, втащил. Вот, сейчас с Пашей, с Димой созвонился. Возможно, 3 на 3 мы чуть-чуть покатаемся сейчас. Вот. Вот, такие дела, короче. Сейчас они там доиграют какие-то совместные задания. В общем, ждем, пока доиграют. Я пока поставлю Гоуфу СК заливаться. Вот. На ютубчик. Компанию новую, я уже прошел компанию новую. Ну что, жду Пашу, жду Диму. Не знаю, сколько долго у них там все это будет. Сейчас посмотрим, что там Паша там играют они. Потому что винт не прокачан даже базово. Че это такое? Справа захват. Гидра. Перегрузка затвора. Так, надо... Кажется, тут кто-то передергивает затвор. Подожди, а глинги слева внизу, где они стоят на башне. Вот здесь. Да. Здесь идем, захватываем. Ты опять на базу атакуют? Нам удалось получить контроль над тремя. Смотри, Дим, тебя там... О, сейчас. Вот правый верхний сейчас еще захватим здесь. Хренам. ОМОН решил захватить затвор и передернуть, короче. Тут батлкрузер. Одного линга наверх налево отправь. Отправил. Сломал. Я хз, что там надо сделать. Паша говорит, минут 5, но тут, судя по вот этой линии, что-то ни хрена не 5 минут, по-моему. Времени-то требуется. Ой, есть так слева идет. Так не надо, если успеем захватить, то захватим.
Блин, ни хрена тут идет. Ёперный театр, надо быстрее захватывать. Дим, быстрее какой-нибудь юнит одного наверх, направо просто, да? Правил. Да, медики. Да что же они вытащат, они твоего мародера тащат. Давай быстрее, успеем. Дим, ультрал не встал. Он тупит, блин. А, не успеваем. Блин. Время тут есть, что ли? Ну да, справа там, где же. Блин, опять мои юниты твоего утащили. Ультрала, Дим, ультрал утащили. Опять справа, поставь его на это. Чё-то не понимаю, что тут сделать-то надо. Блин, сейчас опять справа просто появится. Блин, там лоу, приборный. Короче, иду вниз. Не, если он там задержит, если мы здесь успеем захватить. Давай, здесь ты юнит, Дим, здесь юнит, где мы убивали. Ну что тут контроль давать нельзя? Там надо держать просто. О, сейчас идут. То есть не давать захватывать. Все, здесь я должен принимать сейчас. Надеюсь. Центр. Главное захватить. Блин, там не захватывать. Требуется союзник. Да ёперный театр, как так-то? А ты вверху не стоишь слева. Да. А и слева. За F2 шел что-то, Паша. За F2 шел. Кажется тут. Правый, сейчас там. Пора, да, давай. Жесть, когда мы уже захватим это? Ни хрена там колбасит, блин. Ну, давай, последний остался. Вроде все. Все? А чё, какой еще? Слева, ё-моё. Все. Жесть. Просто жесть. Что-то с этими тяжело, как-то так пошло первая этапка. Ух. Mission success, хорошо. Сразу на эксперте, где ты стоп заданием, так что должен быть достаточно эксперт. Хотя пару уровней можно быть. Блин, даже только один уровень дали, лол. Ну все, ребята, захватили затворы, короче. Сейчас озвонимся. Ну да, Керриган левел 2. Слабенько что-то, да? Что мне дали? Керриган gains temporary life as she deals damage. Прикольно. Да просто решили новых героев прокачать, попробовать посмотреть. А, сейчас, Серега, сейчас. А, где Серега-то? Я забыл. Давайте я перезвоню в это. Давай. Так, все. Сейчас Паш наберет. Алло. Привет. Привет. Здорово, пацаны. Так, ты сейчас стримишь, Серег? Да, стримлю пока что. Не, мы тоже просто сейчас. Я, в общем, среднее качество ставлю, все, нафиг мне это высшее, надоело. Давай. А ты, кстати, на каком, Серега, стримишь качестве? В каком смысле? Графон в игре. А, в игре? Ну, там средние какие-то у меня вроде, там средние. И сейчас скажу точно. Так, графика. Шейдеры средние, тени, рельеф, эффекты средние, текстуры ультра, короче. Я понял, спасибо. Обработки. Ну, модели высокие, короче, там ролики высокие, что-то, ну там вот фигня, наверное. Ну так, да. Ну вот, так нормально. Не, ну не знаю, мне на средних нормально, разница небольшая вообще. Но при этом FPS сильно проседает. Ну, конечно, не так, чтобы совсем, но существенно. Так, что, 3 на 3? Ну можно маленько там часочек побомбить, я думаю. Давайте. Нам же челлендж надо, как бы, топ-1 мира.
Хотя мы и так топ-1 мира, ну ладно. Не, ну новый сезон. А, точно, да, новый сезон. Где же новый сезон? Так, сейчас я тогда переименую стрим, ребят, секунду. Че, я тоже да. Ребят, всем привет во всех чатиках. Привет. Да-да-да. Серег, как сегодня там, кто в группе D, я не помню, ты какой-то турнир сегодня стримил, где корейцы играли, там Арьянг был. А, это СГ, группа А. Там... А, группа А. Арьянг и как там? Арьянг Креатор вышел, ну, китайцы, ага. Китайцы тоже бился. А вот Слипзерк вообще мертвый, короче, 0-6 оказался, хотя писали что-то там. Хотя он вроде не такой уж плохой. Ну, мне перед играми тоже писали что-то, Слип там неплохо в последнее время играет, просто да, ну... Даже Джин китаец его просто там 2-0 растрепал так, что без шансов там вообще было. Короче, хз, что-то оно. Завтра что, там прикольно. Завтра прикольная там группа будет. А кто завтра играет? Гуми Хой Лайф, Ласира и Джиши там китайцы. Ох, нифига себе надо. Круто, круто, надо бы посмотреть. Я сегодня вот как раз таки Слип с Рианга посмотрел у тебя. Так, нормально. Порубались. Ну, Слип, конечно, блин, то, что Крейт на атаку делает по старинке, это лол. Так, ладно, что, начинаем? Ну да. Вроде так. Я сейчас настройки еще посмотрю. Что-то мне. Давай, я попробую, я на ультра постримлю. Настройки давай, я решил поменять. Давай, давай. Потом вот, расскажешь. 3 на 3, я не знаю, кстати, как FPS интересно будет. Должен проседать вообще там немножко. Юнитов будет но много. В 3 на 3 это уж точно, я думаю, там будет видно. 1200 лимита. Ну да. Тут же смотрю. Кепка. Всем привет, ребят. Добавили еще тему такую, что этих там вот тема фона может. Че, опять это отменяется? Да еп. А как? Я только. Че отменяется? А это типа баг еще вчера тоже шел, что-то игры не создавались, то есть так вот. Так сегодня постоянно... то же самое. Сейчас да. Да, сейчас на Go ФСК было, что игры не создавались только недавно. Да, да, мы только что я этот Clone War играл, знаешь, а карты типа с прошлого сезона, таких создать вообще нельзя было. Mm-hmm. Никого не получалось. А новые карты вот эти уже новый ладеровский сезон создавались, так тоже скрипя зубами, но создавали. Что есть, я есть. Тоже там как-то ну, один момент не создать было. Только через группу как-то я создал. Там, а другие нет. Лоу. Планеты постоянно разные планеты какие-то показывают. Где? О, прикольно, нифига себе, я не знал. Ну вот, знаете, заставка в начале, когда вот в менюшке в настройках меняешь там заставку ну, да. Фон. Там есть вот темы планеты, типа. Да-да-да, и планеты постоянно разные. У меня раньше вся одна и та же была, а здесь вот сейчас раз другая уже, другая, прикольная. У меня пишут, что сейчас нельзя типа поставить, там сейчас типа какой-то промоушен. Лол. Бумскрин. У меня изи, я поменял. Хаза, короче. У нас тут круга викинг вообще. О, что, я не знаю. Сегодня тоже пол. Компания. Планета ли? Да прошел миссии эти новые. Как, кстати? Ну, зарубай. Так, что-то я вчера ночью, короче, начал проходить, там последняя, там корабль такой, типа, вылетает робот. Начал часа в 2 ночи, короче, уже и так вчера какой-то вялый весь день был вообще, ну, даже в лом разговаривать было, а ночью вообще просто мне корабль не развалить был. До 4 просидел что-то и потом домой поехал на велике, короче. Так его не завалил, сегодня завалил. Ну так, там с первого это раска напрягает он, ну, маленько. Ну это прикольно, когда есть хоть какой-то челлендж, знаешь, а то да, пришел, да. Прошел и все. А блин, так опять. Или нет, что-то мне пишет, и они нормально все. Не, у меня поиск нормально. А, все. Да, нормально. Ну, поиск идет, но не... А, да, вот, game ready. Саны, жмите там поиск, там по следующий раз. Да, тоже. Там, да, тут что-то это, не быстро находится совсем. Force команда, Terran Protoss. Air Force, Korean Air Force. Air Force, да. Зерга нет, можно и, ну, либо подхалявить, либо
что их там напрягать. Оп, наверное, золото. Ну, читер, как бы, понятно. Кто проплатил сегодня? Ну, посмотрим, посмотрим. Понял. На второе золото сразу выхожу. А, ты пошел туда сразу золото строить? Но. Ну, блин, ну ладно. Ты хотел золото? Так тут еще одно есть, так что все нормально. Все по-честному. Да читеры вы, читер, мне-то оставьте. Ты обычно. Не золото. Зато много баз, много. Не, ну так просто мне золото выгодно, что сейчас как бы рабов подстроиться, сразу перевести и будет жестко, типа. Да, 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 не, вообще круто. Здесь-то уже места нет, как бы рабам особо. Сразу туда точку может сбора, хотя нет. Потом уже газ, да. Нет, тут пока два газа там скачается. Да-да-да, да. А потом вот можно и как перевести будет. Я думаю, как-то... Так, погоди, а камни тут... А, у меня камни пробиваемые. У тебя камни нет, норм. Только если риперы, и то они там не могут прыгать вроде. Не могут. Поехало. Поехало, я не увидел. Два рипера. У одного и того же игрока. Ваша помощь. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. База союзник. Ваши союзники вступили в бой. Угрозы. Достижение. Ну, нормально. А куда ты идешь? Куда, точнее, сам жму. Хороший. Там сталкер такой, побегал, побегал. Ой-ой-ой. Твой танец. Ой-ой-ой, нифига себе. Ваши союзники. О, так получилось. Оттанцевать. Циклон, вот. Пройдем сюда. Вот циклон. Кстати, Оракл, да, я так подумал, что это правда быстрый Оракл. Я здесь. Но у меня там все норм. Давайте камни, может, пробьем или куда? А, или вот да не, мы просто идем в лоб-то и все. Да, ты чё, Рок, арам? Вот, смотрите, там пришли-то к нам уже. Ничего себе, там нужно легко возвращаться. Это как-то они камни разбили. Неожиданно-то, да? Ну, читеры, конечно. Танк. Ладно, я пою. Так, оракулы летают какие-то. Ух, смотрите, здесь камни пробит, пацаны. Да-да, мы же заходим. А. Ух, какие-то некоторые строятся. Я не понимаю, где чьи юниты. Так не, у меня просто свет, все-таки надо с красным играть, а то знаешь, кучу юнитов разных цветов, я не понимаю. Где что, почем. Я здесь, среди теней. Я не успел пить.
Ваши союзники вступили в бой. Ой, фига себе, просто. Хорошо. Что ты? Союзники вступили в бой. Понятно. Чужие банши. Подумал, чужие банши хорошо. Хорошо, не через А. Сейчас блинкнулся. Вот так. Райт-кликом. О! Куда это у нас интересно? Платину. Не, нормально. Первый сразу мастер-кликер. Все. У нас ММР просто достаточно высокий, высочайший просто. Да, мы же топ. Топ. Топчик. Поехали нас сразу. По красоте. Напол Насракис, привет. Ребят, всем привет. Ну, Напол Насракис. Там же есть. Да ты можешь... Ну, никнеймы там... Да нет, наверное. Там. Ну, игра вообще, ребята креативные, отжигают. С горы там был тоже Кент. Да-да-да, что-то хер с горы, да-да-да, есть. Есть такой. На полный сракис. Да-да. Пупизоид, тоже норм. Хорошо, хорошо, ребята. О, кстати, рекламу запущу, то я что-то давно не запускал. Кстати, Серег, там заметно, когда ты рекламу запускаешь или нет? Или как бы не особо разница? Заметно. Где? Ну, вот на Good Game. То есть, вот, знаешь, в финансах там типа показывается там, сзади реклама. Слушай, ну от зрителей зависит от того. Так-то много у кого, короче, от блоки сейчас. Но у меня сейчас скажу, что за ноябрь. Не, хотя бы вот за день. 5300 за сегодня... Так, а за сегодня новый день начался пока. А. Ну, слушай, так, иногда, как бы, я просто на, ну, крупных туриках не жал, там, типа, поддерживали все дела, там. А так, ну, бывает, если народа много, там, то рублей 500, как бы, там, бывает. Придет даже. Сейчас много. А раньше, короче... Так, а что у нас, поиск идет или нет? Вроде нет. Меня нет. Нет, что-то забагалось. Забагалось, да, опять. Короче, а раньше давно, там... Несколько лет назад, до кризиса всяких, там вообще рекламы просто немерено бывали. Время, как бы, видимо, и отблоков меньше было. Там бывало. Ну да. Это тоже есть такие моменты. Подожди, а где за рекламу смотреть за месяц, Серег? Там внизу. Финансы, заходишь, там есть реклама. Да. Да. А если отблок стоит, то нету там рекламы тогда. А-а-а. Так что вот так вот. В смысле, то есть если у стримера стоит этот блок, там нету рекламы или там как? Там пункт, ты не увидишь, что да, там этот, просто пункт в доходах не будет показывать. Лол, Паша, как же ты спалился сейчас? Так да, нет, да, я же сколько, да, да. Я же сколько раз это даже включал, же с это даже от своего лица там же все это видно. Нет, так же отца-то будет, наверное, у всех как бы, но цифру ты не увидишь. Не, у меня даже параметра не было, рекламы вообще. Ну так вот это да, я сам удивился, опять что-то отменилось. Да, блин. Отменилось. Ну, это, блин, сейчас такая хрень. Да, Паша, ребята, отключайте адблок там вот. Хорош, хорош. Зелен, Паша. Не, ну я все, я отключил, как бы, так что на своем примере, как бы. Правильно. Еще Майкер говорил, что подключали адблок, ну, правильно, правильно. Не, ну так ты просто, конечно, бывает, что, блин, это когда себя обновляешь, я помню, стримы на Твиче особенно, вот включаешь и там постоянно вот это так бесило вообще. То есть кто-то там стримил больше рекламы, чем самого стрима. Ну да. Не, ну там и дефолтно есть такая, я тоже ставил, как бы, лобка, что-то там рестримил, там этот красный мужик такой вылезал с компом, блин, не закрывающийся вообще, просто такой, с звуком таким еще недавно. Вот. Так-то тут, ну, у нас, я смотрю, там много там реклама, она быстро закрывающаяся, редко как бы там что-то долго есть на Good Game, там Скеленово. Ну, есть как бы и долгое, но
Не, ну так рекламы много сейчас стало. Как, не знаю, там Миша нашел каких-то. Вот. Реклама. Рекламу нашел. Рекламодателей, да? Ну да, там с агентствами договорился. Вот. Но все равно, да, сейчас как-то раньше, видимо, было такое, что, типа, может сейчас фиксируется, типа, что, ну, во-первых, по регионам, но это всегда так, что, типа, где-то есть, где-то нет было. Но... Целевая аудитория просто разная. И... Сейчас, да. Видимо, там на один айпишник, как бы, там, на уникального пользуется, там, может, 1-2 показа, как бы, а раньше их, наверное, было не ограничено в какие-то времена, там, просто, что, ну... Ну да, раньше как бы, видишь, рынок развивается. Паш, там стартани еще раз. Что такое, да? Не хотят что-то, да? Хотят играть. Ребята, заходите в 3 на 3. Поиграйте против стримеров, комментаторов. Привет, Зерамс. Привет всем, пацаны, да. Чуть поиграем сейчас. Так, да, да. Пол второго где-нибудь, да. Харе. Может, тогда какие-нибудь челленджи замутим? Типа, ну, хост, такого... а, ну, можно, может, давайте еще не зрителей, давайте, может, 3 против 5 зрителей, там, сейчас... О, кстати, так давайте, вправду. Давайте, давай. На поиск не идет, короче, там, ни хрена да. Что-то. Давайте, так, монобаттл. Монобаттл, монобаттл и, именно монобаттл, как бы, а, монобаттл давайте... там не получится. Давайте просто тогда. Можно так же, наверное. Давайте просто. Сейчас да. Только какие-то карты там есть такие прям большие. А, ну Бигейм Хантерс, правильно там опять же? Бигейм Хантерс, да. Ну да, давайте, да, чтобы интересно было. Давайте, пацаны, сейчас заходите все на хост, будем лепиться. Против пятерых мы пробовать. Так, так, ну я не создаю там супер экстра большое количество минералов или создавать? Как думаете? Смотрим? Ну, хз. Даже не знаю. Не, ладно, давайте стандартно пока попробуем. Так, ну что, какой канал, браток? На Европе тогда или куда-нибудь, там я не знаю, откуда инвайтить-то людей? Да, браток, пускай люди заходят на канал, браток. Если мы сейчас, конечно, создадим, тоже вопрос. Потому что у меня отпишет вход в игру, и все. То же самое. Да, сейчас видишь, блин, Battle.net. Да, что-то, может, и не создать. Андрит болеет Battle.net. Это уж точно. Браток, чтобы слитно? Зайти... Да, просто слитно. Тайм-аут опять. Так. Просто, да, просто браток. Сейчас я тебя заинвачу, кстати, Серега. Я не знаю, можно ли тебя я на канал? Я уже зашел. А, все, окей. Вот, да, то есть канал браток. All hail, hail, люлю, привет. Да, просто чтобы проще вас было инвайтить. Так, ребят, примите еще игру, попробуем сейчас заново, потому что там Global Time. У меня ожидание 1-3, как бы. У меня нет, тоже рейтинг по папе 1-3. Ожидание 1-3. Прикол. Ну, походу тяжеловато нам будет что-то сейчас сделать такое. Ну да. В эскавере зайти и будет все окей. Ну ты, конечно, эксперт, но что-то днем не помогало. Да. И вообще при этом баги это ни хрена не помогает. Хотя, может, именно сейчас и помажут. Подожди, задавайте отмену сейчас. Так, у вас отмена нажалась, да? Да. Да. Ага, давайте еще раз. Ой, блин, я принять нажал. Ну ладно, не знаю, играет или не играет. Нет, меняет, написано запрос, что-то. А, это задержка, просто понял. Сейчас, ребят, сначала создадим, потом будем инвайтить, потому что не можем, к сожалению, создать. Не, фрифол играть, мне кажется, это будет не так прикольно, когда все-таки команда, это интереснее. Ну да. Не, фрифол прикольно, ну как-то хз, короче, сейчас посмотрим. Попробуем, может, это... Опять Global Time. Перезайти. Давайте попробуем. Хотя бы сменить просто как бы игрока. Я даже как бы в этот в клиент заходил, и то печаль была. Причем 3 раза ошибка критическая какая-то выскакивала, StarCraft запускаться не хотел. Там вот такая ошибка это была просто. Да, жестяк. Что-то они там мутят, короче, эти все обновления там эти.
Сейчас смотрите, давайте мы не в группе сначала пытаемся создать, просто у кого создастся, к тому присоединимся остальные. Давайте попробуем. Давай так. А какие карты там, как искать-то их? Big Game Hunters. Big Game Hunters просто я нажал. В сетевой игре своя игра Big Game Hunters. И первая сразу верхняя. Как ты ее нашел-то, Big Game Hunters? О, так так и написал просто в поиске, там же справа, где искать. В окошке. У меня вот пишет, с вашим запросом возникло временное затруднение. Пожалуйста, повторите попытку позже. Ну, он так и писал о днем, короче. Да. Так и писал о днем. У меня сейчас то же самое будет, да. Ну, вот это то, что я и говорил, что вообще вот любые кастомные карты не создаются, кроме ладерных. Hunters in Jungle. Давай попробую создам. Короче, да, что-то входит он, походу, не... Походу никак. Может, давай все-таки попробуем 3 на 3, вот народу много в чате, пускай народ нажимает поиск 3 на 3. Не знаю. Как вариант. Ну так хотя бы на ладере поиграем, а то так вообще создать ничего нельзя. Сейчас, давайте я один попробую, короче, перезайду просто в этот, полностью в старик, может, что получится. Ну, попробуй. Давай, да, посмотрим. Чё-то пока никак. Кажется, просто баг. Мне кажется, что не поможет, скорее всего. Угу. Что-то у меня даже профайл не грузится мой. О, опять ошибка полетела, я это вот сейчас покажу на стрим даже. Так, пожалуйста, пишите. А, там есть ледерная какая-то карта 4 на 4, подождите. Используйте указанный ниже номер ошибки. Ну, короче, вот такая шляпа, короче, ребят. Сейчас еще, походу, не сразу в StarCraft зайду. Кладерные, ну, конечно, есть, ведь ладер же есть 4 на 4. Так давайте тогда сыграем 4 хотя бы, трое против четверых. А как ты хочешь сыграть трое против четверых? Ну, создаем 4 на 4 просто, но... Ну, потому что там же карта рассчитана, что союзники будут рядом находиться. То есть... Ты думаешь, что ладерная прям создастся сразу сейчас? Создалась, создалась. Я вас заинвачу еще. Давай, да-да-да. Сейчас мне еще в StarCraft здесь зайти надо. Новый этот. Так. Ребят, так что ставьте плюсики в чатике. Зашел, отлично, короче. Ага, сейчас инвайчу. И вас, соответственно, заинвайтим. То есть будем играть, да, 3 на 4. Ну, то есть тип игры 4 на 4 будет стоять, потому что мы не можем поставить 3 на 5 из-за того, что кто-то из оппонентов у вас будет рядом с нами. Закрыть. То есть, ну, это как бы фейл. Ботанички, закрой браузер, ошибка, если браузер убрать. Ну, как бы, как я уберу браузер, тут и чат, и все дела, как бы, и все открыто. И грузится Go VSK у меня. Сейчас еще 15 минут на YouTube, поэтому чат я... Ой, подождите, это... сейчас... Короче, чтобы эта возможность была, у меня шляпа, короче, на... Серег, ты зайти-то в игру можешь? Не-а. Давай, знаешь что, короче... Может, с группой создать, короче, я не знаю. Блин, ну, может быть так вообще-то. Хотя вот у меня джонился, Дима заджонился, Аптерашира заджонился. То есть не все, конечно, могут, к сожалению. Не знаю, в чем это связано. Сейчас, подожди, еще раз попробую тебя. Еще меня еще не отвисла эта предыдущая загрузка. Окей. Потому что я-то стараюсь инвайтить всех, но вот. Ну, попробуй кинь мне сейчас. Да, но ведь расчехляется долго. У меня хром. А от хрома и Яндекс браузера появляется, от Mozilla нет. Не знаю, как браузер связан с ошибкой в StarCraft. Да не. У меня Mozilla, например. У меня хром. От Mozilla, от Mozilla нет, говорит, ботанишки. Короче, ты кидал мне что-нибудь? Да, сейчас. Мне вообще нет. Еще один. Вообще даже нету инвайта, короче. А ты сам не можешь, да, Серег? Ну, кликнуть могу. Так. Ну, это станут. Мне писал уже, чтобы эта возможность стала доступной, типа полная версия. Короче, такая шляпа была, как Home Story была. Я не знаю, что за прикол, как бы это. Вот.
Да, что-то не заходит вообще. Сейчас сменю игрока, попробую еще раз. ВБН Зики зажанился, вот. Ну ты его заинвайтил, да, он. Получилось. Ну я просто всем кидаю как бы инвайты, вот приджойнился только два человека. О, Серега. О, Коми приджойнился. Хорош, хорош. Давайте, ребят, еще один кто-нибудь. Перезаходите в игру. А здесь, здесь как в первом Старкрафте 3 на 5 нельзя сделать, да, по типу игры здесь в режиме. Да, ну видишь, получается, просто здесь карта так рассчитана, что союзники находятся рядом. То есть я могу сделать, что какой-то там не схватка, а что-то по-другому. Ну там, что мы друг другу союз можем объявлять там в таком духе, но человек какой-то окажется прям рядом с нами. Ну, то есть, ну, прям. Все там, равно блин. Прикольный, мне кажется, будет. Ну, я не знаю, будем ли так. Просто, может, 3 на 4 просто сыграем и рубанем. Ну, хз. То есть, ну, чтобы хоть развитие какое-то было нормально. Но зато так, как бы мы потратим время на него, и им будет остальным проще, типа, как бы получается. Ну, как вариант вообще-то можно, конечно. Просто еще прикол же, я не знаю, как распределить. Здесь же может так кинуть, что одного из нас к противникам кинет. А двоих к нам. То есть 2 на 2 будут рубиться, один наш против троих остальных. Ну, отвлекет есть... врагов. Ну, хз, я не знаю, как это. Ну да, тут так-то они вместе, короче. Сложно. Да-да-да. Так, ну, ребят, я кидаю постоянно инвайты, я не знаю, к сожалению, как вот. Так, скиллос группу приглашает. Зачем скиллос? Не, а, это, наверное, мисклик какой. Скорее всего. О, робот вроде сейчас заджинится. Во, да. Все. Ай, Fight for Fame пошел. Ребят, Fight for Fame, сори. Тебе, наверное, следующий тогда играть. Давай, может, этот, короче, тогда поставь. Давай, ладно, попробуем 5, тогда. Короче, тогда. А да, как сейчас. Так? Газетчик у меня вниз кинул. Сейчас. Ты поставь схватка и команда, короче, надо ставить. Как-то. Не, схватка там разная. И... Команда. Ставь просто, что типа мы в одной. Там вот команды какие-то, команды, да? А команды по выбору, сейчас только я создам третью команду, вот. Подожди, что-то у нас не так. Ага, вот. Один независимый. Вот, смотрите, парни, в общем... смотри, там команда 3, как бы ты... Да, так вот, здесь, в общем, какая тема, что... Ну, просто не создать 3 на 5, к сожалению, то есть вы вот... Нельзя, типа, что всех команду запихать, типа, вот их... Типа, их, к сожалению, не знаю, то есть он... Эй, команда. Они союз просто создадут. Да, вы просто союз ему ставьте, то есть, и все. Объявляйте, то есть, вот хиток, да, или хитокей, ему объявляете союз, а он всем вам. Ну, то есть, у нас-то как бы не перепутайте, да, кому не надо объявлять союз. Там, и, соответственно, фигарите. Там можно, да, так? Ну, давайте. Да. Давайте, да. Давайте посмотрим. Главное, чтобы мы это оказались не это. Да хиток, уж как в первом Старкрафте, как раньше, типа это. На острове обсервер заселился, а потом ядерки кидают с клифа, на лост темпле, короче. Так их и что, все тираны, что ли? Лоу. Фигама попали, рот. Короче, да. На тиранов рэндом, попали. Рэндом. Так, а как? А, у нас один кто-то будет с оппонентом. Я надеюсь, они не догадаются, сколько там получается, по 3 барака каждый рипер. Они... Да, я надеюсь, что нет. Будет чересчур жестоко. Сейчас не догадаются. Таких 12 бараков рипера, на, получи. А как вы мочить-то того, кто рядом с нами-то? Что мы с ним делать-то? Рабочим, что ли? Смотря кто появится там отдельно, короче, надо помогать как-то. Я смотрите, пацаны. Лол, я рандом поставил? Блин, лол. Ну да, придется рандом тащить. Это ты завтык. А Серега там. Фотон его, что ли? Нет, тут надо через гейтос как-то. Им, ты справа тогда будешь экспандировать, окей? Да. Мне это... через фотонки начинать? Не думаю, или нет? Мы вдвоем же с Димой с тобой можем застроиться, на самом деле. Вот хиток-то тут у меня оказался. Агрессивный хиток поехал пробку мне пилить.
бункере менять хитов, да? Нормально. Красавец, КПА. Зерг уже делает целинги со скоростью. Ваши союзники. Волка. Ну да. Они явно хотят Серегу наказать. Причем все пятером. Здесь ветераны уже так хапта заказывают. Ой, лол, лол, лол. Фига себе там. Я здесь. Жесткая тема. Среди. Блин, чё кто понерфил адептов, а рабочих не убивает? Двух раз, имба вообще. Не убивает. Ну, КСМ. А, КСМ? Чё там адептами зашёл, посмотрю. Да, отвлекал его. Беру живу как начинать. Ну, давай к Сереге сбегаю, убьем его по-быстрому. Давай. Микроскорость закончилась. Среди теней. Так, Клинги, ты поставь там на адептов. Я тебе бункеров помогу. Ваши союзники вступили в бой. Молодец, на самом деле. Ваши да, тут бункеры меня просто как парень. Ваши союзники вступили в бой. Разработка завершена. Так, я все, пускай. Я здесь, среди тебя. Ох, нифига себе, ты еще с гипсом играешь, круто. Ну что, теперь 3 из 4. Изи. Да, я протосом. Ваши союзники вступили в бой. Хорошо, что ж, ты. Вперед уже пошли. Хочу пробежаться, посмотреть, как тут у них дела, а то у них тайр какой-то. Шпиль строится, сейчас вспомнить. Ох, тебе дроп, Дим. Дроп, ну да, нужно хелпа. Блин, да. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники. Как пытаюсь помочь. Ваши союзники вступили в бой. Пайн. В карман полетел сейчас ко мне, походу. Где он? Блин. Ваши союзники вступили в бой. Здорово. Блин, Серега, тебе там либераторы ни хрена себе. Ваши союзники вступили в бой. Как ко мне прилетели? Я вижу. Ваши союзники вступили в бой. Дроп пролетел сейчас сверху, Серега, тебе летит какой-то дроп. Медивак, как минимум. То есть эти... Ваши воздух это жестко, я, наверное, в старгейт пытаюсь выйти как. Ваши союзники вступили в бой. Как именно скачать? Парада Курал. Ваши союзники вступили в бой.
Дим, ты нормально там отобьешься? Да. Не-не-не, Дим, Дим, сейчас. Серег, тебе там просто еще двойной дробь где-то, наверное, в карман прилетит. В левую часть. О, заходит, заходит, заходит. Я направляюсь. Оп, грелочка. Как в тему прилетел. Каких-то бараков построю, чтобы продакшн был хорош. У тебя денег 3 базы, а только 4 барака. Я-то? Да, сейчас я еще все поставлю, собираюсь стабилизировали это нормально. Вроде да. Ваши союзники вступили в бой. Внизу Паш. Да, бегу. Ох, ни хрена себе, к Сереге там этот. Дима, у тебя есть помощь? Че то да тут? Ого. Бегом. А я далеко очень. Место рождения. Ваши союзники вступили в бой. Давай, тихо, Тимплар, чего таким медленно? Да, не очень. Так, нарушил мне тут продакшн и вступили в бой. Направляй. Комарики в тылу, да? Вступили в бой с противником. Может, им тебе ресурсы скинь? Привет. Да, можно. О, частности. Ваши союзники вступили в бой. О, сейчас Дима сорвет деньги. Оленосец прибыл. Конечно. Враг познает нашу ярость. Да, блин, где вообще? Ваши союзники вступили в бой. Там к нам контратака идет. Куда, ко мне или к вам? К нам, к нам, к нам, к нам, сидим. Видишь? А, вижу, да. База союзников, помоги!
Жесть, ни хрена там идет вообще. Они что, охренели, что ли? Стоп. Так, а дай контроль-то, Паш. Вот этот штурмовик у тебя, у меня твой стоит. Несколько штук, я хоть им... Шторм, а, не мам, шторма, да? Да. Штормец покидаю. Жесть, там нихрена себе. И воздух такой неплохой. Вообще жесть. Чё, батлкрузеры? Не охренели, что ли? Чё-то там много, да, всего. Мне даже особо-то и помочь пока нечем. Жесть, меня и кибернетки там все поубивали. Я пока что терпим. Писец. Где хрена? Да жесть, а как там Баклова убивать? Я не знаю. Не, ну я сейчас попробую помочь, конечно. Ну тут можно сейчас мне только развалиться жестко. Получиться может. Если вместе только. Я тут с Беллингами я землю убью. Так вот, на муви вообще. Развалил землю. Блин, вижен. Хорош, хорош, хорош. Да, ну, а тут жгут что-то, да. Я бенгит остался. Вообще. Теперь новые, конечно, заходят очень неплохо. Это точно. Ой, там это... А, ну я понял, Артем убил хотя бы. Так, вы там пошли наказывать уже? Да это я здесь бегал, а пока вы там убивали. А что здесь, контратака идет, что ли? Ой, там много воздуха нужно с Серегой. Сейчас я попробую сюда залететь. Давай вот эту пока базу. Блин, на мэре, конечно. А там база охреневшая такая, да, стоит? Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили. Минки еще какие-то, блин, попыт. Здесь. Наверху у нас с рампы спуск. Хорош, Паш. Так, пытаюсь тут подразвалить. Что это там соло? А ух, как там разваливает? Что с этим? Да, но викингов подгрело, это зря. Жестко, конечно, когда пришли. Хорош. Ваши союзники вступили в бой. Бля, ну хорошо, что выжил такой. Армадка поперла. Армада, да. Кстати, вообще, грейд уже 3-2-2, нифигась. Да. Это, конечно, любитель грейда поделать. Тут у меня-то FPS проседает, 19 сейчас. Сейчас тоже, на 17, тоже 19. 26, 28, сейчас. Кто же там еще? Круто, подлец, мне. Под мазерсиппором, лол. Жень. Он еще не так уж плохо, на самом деле. На 3000 минералов нормально. Ну что-то минка там жахнула.
маркового пункта. В центре там минка что-то жахает. Это у нас везде, да. Что-то за кухом. Нифига себе, ну нормально, я протоста, а, слышите? Так... Вообще четкий, слышу. Четкий протос. Так, ребята, я на 2 минутки отойду, сейчас буду. Давай, давай, мы пока здесь будем все равно пытаться создавать. Так что... А, ну хотя сразу создам, просто заинвайтить смогу или нет. Это другой вопрос. Ну карта такая прикольная, то есть можно как раз и 3x5 играть. Ну когда авиация, конечно, прилетела тирановская, это, блин, офигеть. Как ты там их Серега разобрал, я так и не понял. Авиация? А, туда-то? Да я в тыл зашел, там либераторы разложены были. Твоих 2 штурмовиков взял, все под мазеркором. Скана вовремя не было, я туда штормов настебал. Mm-hmm. И грелки поднажгли там. Мазершип погиб, но за это время там нормально дэмэджи нанесли остальные. Плюс вторая атака как раз вот перед этим доделалась вовремя очень. Короче, повезло. Да, прикольно. Да, Джо, я забыл рацию просто поставить. Так, вот Стас М92 пишет, говорит, такой, вопрос от Нуба. Если в игре 2 союзника Протоса и обоих материнские корабли, то все в невидимости будет? Мне кажется, материнские корабли вроде в невидимости не могут быть. Хотя, я не знаю, на самом деле. Фантомер 2, привет. Так, сейчас, в общем, заинвайчу вас всех. Так, Серега тут. Так, ребят, в общем, так. Пишите на канале, браток, просто по плюсик ставьте. В общем, ребят, кто хочет заджойниться, заходите в StarCraft, вот внизу, вот где в чатике отправляют сообщение, пишите слэш, потом выбираете войти из предложенных и пишите просто браток, без всяких подчеркиваний, просто сразу слить на браток. Большими, маленькими, неважно. Вас присоединит на канал, и там просто ставите плюс. Хиток, тебя же нормально, ты же столько, как говорится, первый принял на грудь. А, так, сразу. Разное. Или нет, или схватка, блин. Вроде разные. Да, команда по выбору, да, все, окей. Так. Ну сейчас, кстати, вроде лучше джонит, гораздо лучше, чем в предыдущий раз. Ну, видимо, отпустило там как-то, ну, на весь Battle.net это, походу, действует как-то. Fight for Fame, конечно, заходи. То есть сейчас главное, если есть желание, заходите, ребят. Так, ну вроде бы все, вроде бы набилось 5 человек. Если все сейчас заджонятся, то Димага остался и начинаем опять же. Не, фотонку на пилон союзника ставить нельзя. Ну это слишком было бы, да. Так, я расу сразу хочу поставить, это протос. Так. Так, подожди, гард, что-то я не помню, я тебя инвайтил, но почему-то пишет, что ошибка. Ну тут прикольно, на самом деле, там видишь, как бы... Получается, что все должны помочь там как-то зашатать одного, а там все начали урывать, короче. И... Ну да, да, при этом развились, но вот... Ну как бы не всем впятером, конечно, то есть, ну двум точно нужно помочь, а двум там как-то... Да, да, тогда будет 3-3 как раз. Ну им, конечно, получается тяжелее, то что мы ближе в этом плане, то есть у нас преимущество. Ну батлкрузеры, блин, VBNZQ, как ты их настроил-то еще успел? Читер. Если было бы побольше викингов, то все, я думаю, нам бы было ГГ. Так, сейчас ждем Димагу и начинаем. Что такое Архонт? Ну, это либо юнит, либо тип игры. Архонт, мод. Когда оба игрока управляют за одну расу и могут одними и теми же юнитами управлять и так далее. В каком смысле там нельзя союз ставить? А, лол. Я не поставил союз. Я бедного хитока подставил.
Он был один против нас, и мы... Но сейчас вот, ребят, сейчас уже все, постоянный союз я отменил, то есть можно будет инвайтить. То есть, точнее, не инвайтить, а делать, то есть давать союз. Или отменять союз. А там этот, как его, а, ну понял. Где команды по цветам выбирались, это в Warcraft были как-то так. Я думал, что просто какой-то раньше был режим, типа команда 1, команда 2 можно да, было бы да, поставить. Где-то это, мне кажется, что это было в первом Брудваре. Там когда Team Mili что-то такое было. Не, не в там первом, тип... во втором точно. Ну, то есть можно было как бы типа команду поставить. Хотя, может, я что-то гоню, как бы не знаю, может, это я с Warcraft путаю. Я помню, что в первом Старкрафте было тоже такое Team Mili, ты когда выбираешь, или Team Mili, или какой-то другой, там, когда выбираешь именно, кто в какой команде номер будет. Наверное, в Варкрафте тоже такое было, хотя здесь вот почему-то нет, странно. Я так готов, ребят, если что. Все, все, поехали. Да, все. Спроси у ребят, или они готовы в лобби, я думаю. Так, ребят, да я думаю, готовы, конечно, и потом, соответственно, объявляйте союз, вот, BIP NG. Все, да? Ну и BIPNG, ты, соответственно, всем остальным тоже объявляй союз, кроме нас. Все, ладно, поехали, ребят, начинаем. Все готовы, да? Дима, Серега? Да, погнали. Да. Поехали. Если рядом со мной, то я буду бункераж, наверное. Как-то так. Опять 4... А, опять это уже состав получается. Ну да. Да-да-да. Да-да. 5. 3x5. Сейчас, по сути, должен вот BIP NG рядом с нами быть. Теперь я с кем-то Паша один. Ну тут надо всегда быстро вопрос решать как-то. Да. Со своим соседом. Тирану-то как-то да, блин. Только я там с оверчаржем отсидеться мог маленько. Ни хрена себе. Да нет, там форжат что-то. А, он вот потом не будет. Просто да. Хренася. Что такое? А, зафартонился? Да ну, не конец, а пробки вон убивай. Смотри, какая самка Дима у нас ловит. Ой, сейчас достроится. Кеном, не стреляешь, нет. Ваши союзники вступили в бой. Рипперы два у тебя, Паш. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь, среди теней. Блин, они меня напрягают сейчас, жесть. Мне нужна ваша компания.
Не, ну от пацанок-то я отобью здесь просто вот. Не, нормально, тут Томми, смотри, что ему творит. Окей, окей, тебе поможет все. О, хорош, хорош, хорош. Что, реперы тебе нужны, да? Нормально же еще. Давай, хвались, короче. Да-да, я здесь сейчас встану просто, если поедет поднимется. Где они? Ага. А вон два идет. Ой, лол! Один ушел, ну ладно, хрен с ним. Ты куда-то поехали вниз там. Приезжает. Все, на этого буфанул вроде как. Переехал, получается, в карман там. А, он переехал? Да, да, наверх. Справа там, походу, отстроился. Я здесь, среди тебя. Ваши союзники вступили в бой. Жесть. Смотрите, вот эти арпихи полетели. И хрена тут риперов. Гелионы, ё! Так, я стал прямо здесь. Так, ну давай. Там с другой стороны риперы пробегают. Наверху справа, наверху справа. Все, нет, там, подожди, там не этот. Там Nexus поставил вроде. А, нет, нет. Ваши союзники вступили в бой. А, там Дима устраивает под игром. Так о чем бы и не. Правильно, хорош, хорош. Не, ну тираны там засейвились, кстати. Вот это да. Видимо, вложились слишком сильно, но. Зажиточность. А, о, прилетел ко мне тут один. У них дроп, у меня только стимпак доделался, и тут со второй пошло. Нормально. Еще рабочих где тут пилит? Как что там, ну ты отбиваешься? Все нормально, я здесь вроде отбился. Блин, нет, убили. Плохо, конечно. Можешь в правую там часть карты прям по линку кому-нибудь отправить, знаешь, посмотреть, что он там. Да-да-да. Ваши союзники вступили в бой. Дропчик летит. Дропчик не летит. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Он тебя тут пробивает, а вообще. Ваши союзники в месторождении минералов истощено. Ваши союзники в месторождении минералов истощено. Да, жестко. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Ни хрена себе ко мне прилетело. Ваши
Супер-о. Так, те-то выжили, да, тираны? Да я нормально, нормально. Я просто не ожидал, да, что труп риперов будет вам. Или ты бараки здесь где-то высадил, что ли? Да, лол. ДЦ-шку еще кто-то прилетел. Да, офигеть, да, да, нормально приколол. Да. Там тот выжил, тот тиранчик. Тут я там ушел. Девак что-то летают, отдаются. Живут еще? Я думал, Дима там уже всех убил. Ну, так все. Так, ты био-то можешь забрать от меня уже, я думаю, тут как-то вроде okay. Есть оборона. Да. Ох, ни хрена себе, блин, это не так. Басик, Дима, колбась! Басик, экономику убили вообще. Кирилл восстанавливал 2 года, восстановим называется. Раки опять летят ко мне. Прикол, по красоте вообще. Свершится правосудие. Так, танк, а мне смотрю. Союзники вступили в бой. Ча, погодите меня, сейчас я к вам прилечу навстречу. Не спешите. Под инвизом зайдем. Под инвизом зайдем. Да, под инвизом это вообще нормально. Скан бы сюда, вот только минки там что-то. Да, давай. Там минки. Давай. Ох, нихрена она мух убила. Просто да. пол мух сдуло вообще, прикол. Не знал, что они так эффективно. Прям как в компании сегодня. Ну там Талдаримы бушевали. Там чувак пишет, что у них один был тим, третий и союз не поставил, друг друга убивали. Молодцы, ребята. Не знаю, как союз ставить. Ну, может быть, да, ребята, что-то там справа вверху же есть вот эта самая такая галочка, где показано, сколько раз играет. И там вот можно поставить союз, называется, первая галочка. Вторая — это управление. Сам убивает еще. Своими пехотными терминами. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. У нас сделан.
Любитель экономику убивать. Ну нормально, меня сначала так поднапрягали там. Фотоньки, риперы, гиллионы. Ну да. Ребята старались. Это да. Так, ничего, последний разок. Катнем. Я да, надо давай. Домой поехать завтра. Пораньше встать надо. Я, наверное, даже все, ребята, что-то мне живот разболелся, так жесть. Да, да. Сижу. Ну давайте да. Тогда давайте все. Кончим сейчас. Да, да. Спасибо, ребята, за игру. Извиняйте, там уже в следующий раз как-то поиграем. Ну да. Подольше. Да, да, я думаю, что. Окей, да. Давайте, давайте. Все, всем спасибо большое. Пока-пока, ребята. Все, пока, пацан, может, завтра. Да, там... все. А, ну ладно, там созвон, короче, если. Да, давайте будет... созвонимся, спишемся там. А сколько давай. Там будете ориентировочно? Да, или днем, пока неизвестно. Ну, да, по-моему, где-то так. Просто до 4 можно было, если раньше будете. До 4? Да. Ну там до SGL вот этого как бы поиграть. Вот. А, спишемся. Ну, давай. Да, спишемся там, хорошо, посмотрим. Хорошо, все, все. Надо, давайте, пока. Все, пока, ребята. Так, ну что, вот и проиграли. Спасибо всем, пацаны, кто заходили поиграть. Компы можете не выключать. И просьба даже не выключать. Сейчас я записи поставлю. Тем более записи очень интересные, кто не видел за сегодняшний день. Вот. Сейчас топ-старт сделаю. Это тоже можно на YouTube залить. Будет это видео.